Судьба его не баловала. Кадетский корпус юных лет. Учился много для начала. Умом пробил дорогу в свет. Служить отчизне был приучен. Служил отец его и дед. Дворянский титул был получен с Петровских пламенных побед. Всегда был скромен, без достатка, посредством жил, не зная бед. Приучен был во всем к порядку, опрятен, чистенько одет. Азартен, правда, был немного, но от азарта не страдал. Шел по намеченной дороге и долго путь не выбирал. Имея склонность к размышлению людских поступков, прочих дел, пришел к логичному решению. Служить отчизне захотел. Избрал занятие непростое, в котором был немалый риск, но интересное, большое. Служить пошел в жандармский сыск. Служил отчизне, государству и много часто рисковал. Не лебезил перед начальством и службу четко выполнял. За ум и труд не раз отмечен, шло продвижение в чинах, и в свете сразу был отмечен его успех во всех делах. Вот только в личном не сложилось, хотя и был он при деньгах, да как-то так не получилось. В делах сердечных полный крах. Красив, умен, но своенравен. Не каждый примет его в дом. В общении несколько печален. И службой слишком увлечен.